режущая кромка внутри находится. Внутри. Топорик неудобно в руке держать. Тоненькая ручка, но... Может быть, это статусные вещи больше, ритуальные. Ну, это вот в Кейларе паят использовали. Забыл, как он называется. Можно почитать будет сейчас. Это булаты. Рисунок вот очень хорошо видно. И загнут. Понятно, для чего он загнут. Дроп и с загибом кверху. Перламутровая рукоять. Посмотрим, что это такое. Клевец. Ну, правильно я сказал, клевец. 11-й. Вот он, который с кинжалом. Клевец. Вон он. Для пробития щитов. Кольчуг. Прямой кинжалоид. Это булат. Средний точно булатная сталь. Красивый узор. Как изморозь такая. Не знаю, будет передаваться, нет камеры. Стараюсь тут немножко углы поймать.